Что здесь? Ноября. 7 ноября, да? 7 ноября. Ага. Какой год? 2000, да? 13.04.2000 года. Где твой паспорт? По-русски понимаете? Да. Говорите? Угу. Давно в Российской Федерации находитесь? Да, уже год. Уже год, да? Понятно. Когда сюда приехали с документами, было? Да, 3 месяца. Оренбург же у меня. А потом у меня с детьми, я здесь была, я не могла с детьми ходить, потому что доверенность не было. У меня муж не здесь. Муж не здесь, да? Да, сейчас они дома с няньками. Надо с утра, мне надо его отнести из школы. Там вот
где мы сегодня были, на складе давно работаете? Нет. Это сегодня первый день. Сегодня первый день. А до этого чем занимались, где работали? Работала на работе, где подработка я как раз. Подработка. Ну где? В кафе, да? Везде какой-нибудь женщина отдыхает, они официально работают. Потом вызывают, я буду один день подработать. Да.